Здравствуйте, меня зовут Вероника Оля, и я очень люблю лес. Некоторые люди думают, что мы, первохвостые олени, наносим вред лесам Айовы, но я не согласна. По-моему, проблема леса исходит от других источников. Давайте я вам покажу несколько примеров. Эту фотографию сняли в лесу национального парка озера Акаби в городе Индианола, штата Айова. Как вы видите, олени не причинили лесу никаких повреждений. Главная проблема – это мертвые деревья и валежник повсюду, в чем совсем не виноваты я и мои друзья. Этот снимок тоже с озера Акаби. И снова, белохвостые олени не сделали лесу ничего плохого. Опять же, единственная проблема – это сухостой и валежник. Не вините нас, потому что мы тут ни при чем. Вообще-то, в лесу и так все довольно неплохо. На сайте Global Forest Watch мы видим, что это очень жизнеспособный лес. Деревья здесь не умирают слишком много, несмотря на мертвые деревья на этих фотографиях, которые были сняты здесь и здесь. Лес очень здоровый. В отчете Министерства сельского хозяйства США написано, что в Айове вообще вполне здоровые леса. Трудности происходят от болезней, заражающих такие деревья, как белый тут и голландский вяз. Как вы увидели на предыдущих картинках, лес национального парка озера Акаби здоровый. Этот снимок со спутника показывает, что здесь густо растут деревья. На это же указывают данные США, которые говорят нам о том, что в лесу не было изменений к худшему за последние годы. Убедились? Олени не портят лес, что вы там ни говорили. До свидания! Добрый день!